любимый магазин. Очень красивый здесь интерьер. Нравится тебе такое платье? Ну, мне нравится такое, конечно. Ну да, здесь такой хороший базовый. Базовые вещи. Это мужчины, девочки, мужчины. Народу никого нет. А мне здесь нравится белье, но на мою грудь оно не подходит. Такие вот я очень люблю, но не подходят они мне. Вот это красиво, смотри. Ага, тепленькое. Вот это хорошо. 135. Ну, скидки даже. Ну вот хорошо бы, если бы оно шло со штанишками, было бы очень красивый комплект. Да, он тепленький. Угу. Эти оборки будут лишь, мне плохо. А мне еще нравятся такие носочки. Бля, что они? Они не торчком. Просто. Торчком? Ну, в смысле, они не стоячие. Нет, они лежачие. Светка хочет наши. А $15 не дорого. Ну, помнишь, я купила себе вот такие, у меня были искусно, и они у меня буквально на пятый раз уже все. Ну, на пятый раз уже все вот здесь потрескались, мне не понравилось. Так что, но носки приятные, да. Вот эти очень приятные. Ну, помнишь, мы тоже купили носки, у нас все они полетели. Мы снимать их нельзя вышки. Можно везде снимать. Вот это очень красиво. Это очень красиво. Вот наша Sephora, вот наш выбор. Dior, Rabanne, Yves Saint Laurent, Tom Ford, это мужское, Atelier Cologne, Armani, немножко Tom Ford, Nest, Juliette, вот такой какой-то бренд, я вообще не пробовала. И дальше идет Dior, Elizabeth Джеймс, чуть-чуть Guerlain. Вот с этим брендом я вообще не дружу, потому что ну, как-то вообще не мог. И Kate Van D. И все. И на этом все. И также есть вот такие роллеры. Роллеры. Это мамин любимый магазин Melissa. Нравятся тебе такие? Карамельки пахнут. И они так вкусно пахнут карамелькой. А у тебя, мама, такие есть пальчики? Да, да, такие. Все таких приятных, нюдовых цветов. Yeah? But my mom bought this one. Oh, really? Yeah. But probably it was with open here. И очень тут красиво и детское. Спасибо. Вот и какие хорошие. Ну это же прелесть. Такие с бабочками, с экстразиками. Наконец-то появились Margiela. Мой любимый вот этот. Lady Sun Demoni. Ну, они все классные. Ура! Красивый шоппинг-центр. Один старинный магазин. Сейчас пойдем. Красиво здесь.
конечно, в Мекку. Любимый магазин Мекка. Обожаю. Мама. Тенчики, касси. Ну что, мам, какие тебе нравятся? Духи. Духи? Духи, какие тебе нравятся? Я знаю, что... Покажи с внешнего вида, какой тебе нравится. Бланш. Но это мне нравится, а тебе какой нравится? Я больше никого не нюхаю. Ну, понюхай и потом скажи. Ну, пожалуйста. Ну, хоть это как? Они все такие острователи. Вот этот очень приятный тюльпан. Да. Да? Угу. Они все цветочные, да? Ну, они все разные, но они такие легкие, незамысловатые обычно. Это поострее. Пожестче. Ну-ка, я тут. Пал? Пал? Дефенер. Они все вот немножко, у них что-то одно есть. Очень классно. Да? Ну, скажи. Это художник, авангардист решил такую марку свою сделать. Своей очень жены, необычный. Для своей жены? Для своей жены он бланш сделал, который вот не пахнет даже с духами. Супер что-то, супер что-то. Очень не пахнет. Дипсивота? Вообще не пахнет. Пахнут они. Ну так, чуть-чуть. Какой молодец, авангардист. Мне нравится, что они такие. Мне нравится обыкновенные, да, оформление без всяких страз, обыкновенный пузырек. Очень удобно в руках дышать. Это прям точно валерьянка. Хороши, да? Валерьянка какие валерьянки? А, ну это уд, это такое дерево. Да. Я не люблю уды. Ну, жестко. А здесь у них очень интересный аромат библиотека. Но вот я что-то его не вижу. Это тоже ничего. Библиотека. Тоже, мне кажется, библиотека? Нету. Нет, по-моему. Нет. Это тоже ничего. Какой? Какой-то средний между тем, который мне не понравился, и тем, который мне понравился. А понравились тебе пал? Пал понравился, да. А вот супер мне не понравился. А тюльпан эти какие-то. Тюльпан понравился тебе. Ну, да. Ну, тюльпан такой, как бы. Пал мне очень понравился. Пал, да, пал класс. Пал вообще, я бы еще даже просто. Давай купим тебе пал. Нет. У меня духов очень много дома. Мне она... Олечка надарила. Кто такой? Олечка. Главный специалист по духам. Ты вот это мне себе очень понравилось. Нанеси. Нет, нет, нет. Нанеси на руку просто, как она на тебе будет. Да, у меня уже выветрилось. Очень хорош, хорош, да. Чем-то еще огурчиком пахнет. Свеженьким. Ой, очень. Мне кажется, когда он выветрится, он вообще заиграет. Сейчас он еще такой, очень много я принесла. А Comme des Garçons нравится тебе? Да, у нас были. Помнишь? Помню. 100 лет назад. 100 лет назад. Ну и сейчас есть. Ой, они держатся очень долго. Такие долгоиграющие. Ну, мама. Губы ты не накрашены. Пошли в музей.
любишь музей? Обожаю. Нет, вот этот очень хороший музей. Спасибо, час отдельно. Современное искусство. Да, мамуль? Не, это уже. Да, думать. Вот тебе получился черный кадр. Черный кадр. А я люблю такие большие очень картины и богатые по цвету. Очень круто. Знаешь, тут если под другим углом смотреть, да, как будто ребенок сидит. Да. Ты видел, да? Как... Очень красиво. А мне слоника. У тебя я слоника вижу. А мне малыш прямо вот сидит. На камере, наверное, не будет видно. Интересная подача. Угу, красиво. А вы любите современное искусство? Мы любим. Если бы у меня был большой дом, ну это же холст, просто ты смотришь с другой стороны. А, точно. Если бы у меня был большой дом, я бы вешала вот такие вот абстрактные картины большие. Сама рисовала. Не, ну да, я бы сама рисовала. Но если бы у меня было много денег, я бы вкладывалась в арт, в искусство. Покупала бы современных художников. Вообще, у меня мечта купить картину Ротко. Марк Ротко. Вот нам понравилась девочка. Это вот то, что будет с океаном, если будут продолжать выкидывать пластик и все такое. Очень жутко, кстати, это все. Мы пьем Шираз. Шираз? Какое красивое слово. Да, Шираз. У нас такой вид. Сегодня пасмурно. А попугайчиков я не вижу. Там вот попугайчики. Вон там. Попугаи. Деревья. Да, они окупные. Да. Все не влезет. Я видео снимаю. Сейчас я тебе сфотографирую. Вот такое дерево. Магнолия. Гигантская магнолия. Угу. Вот ее корни. Вот мы стоим на корнях, да, мам? Угу. Самые вкусные тортики. Вот такие. Чизкейк.
Элвис.